Так, всем привет. Начал я катать свою ласточку. Сразу расскажу, с какими трудностями столкнулся. Купил я дабл ригет. Вот он, 4-миллиметровый. Режу его вот на такие куски. Примерно 15 на 25 сантиметров. Ну, чтобы удобно было, в принципе. Такой кусок за раз залетает нормально. Его и прогреть проще, и раскатать проще. В общем, проблема какая? Докупил я остатки вот таким, вот, попробовать решил, и она, во-первых, мягкая оказалась, что-то я вообще не проверил сразу, во-вторых, вот эта смола, которая отсюда выдавливается, да, потом, когда катаешь, она вся на ролик наматывается, то есть очень хорошо липнет к ролику, но не к полу, не к металлу, очень странно. Вот этот не липнет, вот этот. Вот, он тверже. Вот, сильно надо прям такое сильное придавать. Здесь вот. Я в любом месте могу его согнуть. Ну, как будто это не битумное, а мастичное. Не знаю, может, мне подсунули. Короче, хрен его знает. Вот, режу на такие куски. Грею феном. И катаю. Вот я, короче, закатал уже. Передок. Пассажирское место. В один слой. И вот местами, где катал вот этой блестящей кексовой, мне не понравилось. Она, ну, видите, это я уже убрал. Здесь такие куски, прям ошметки прилипали. Короче, отвратительно, мне не понравилось. Извините за качество видео, снимаю не на фотоаппарат, снимаю на свой телефон, на новый. Поменять мне пришлось iPhone. Судьба такая. Вот. Сейчас передок еще закатаю. Посмотрим, насколько у меня хватит терпения. Потом, может, двери, когда буду закатывать, поснимаю на фотоаппарат. Пишите, надо, не надо снимать вообще такие вот блок, не блок, как это назвать. Короче, как я собираю машину. Это будет моя тарантайка. Hyundai Accent. Все, давайте. Пишите там в комментариях.